Выбираться из воды щера того Дрэнгера. Если я пойду дальше, мне нужно быть готовым вступить в бой насмерть. Я готов. За Рагнара, за славу, за Дрэнгов-странника я поднимаю клинок. Выпотрошу!
Прошу. Бой с таким... Я готов. Рагнар, за славу! За дренгов странников! Я поднимаю клинок! Твоя жизнь дар Одину! Час. Ты сражаешься умело и яростно. Как раз то, что мне нужно. Будешь кормить червей. Я готов. За Рагнара! За славу! За дренгов странников! Поднимаю клинок! Бой с таким... Я готов. За Рагнара! За славу! За дренгов странников! Я поднимаю клинок! Червей! Твоя же...
За славу! За дрэнгов странников я поднимаю клинок! Умело и яростно. Как раз то, что мне нужно. Ты настоящий дрэн. Рагнар одобрил бы. Будешь любить червей. Час. Достойный конец всех моих войн. Я отправлюсь к брату, который смеялся в лицо смерти. Рагнар, убичу Англии. Прощай, Дранг. Слушай стук копыт и следуй за валькириями.
Лебединую дорогу! Малоизвестный клан, полностью состоящий из женщин-воительниц. И я... Я все никак не пойму, почему ты не остался с ними и не стал их конунгом, да? Ну что ж, поем? Есть среди нас скальды? В начале вражды между Кьотви Жестоким и кланом Ворона жил один берсерк по имени Кьяр Сырая Кость. Кьяр не посвящал свою ярость ни конунгу, ни ярлу, и лишь раз в году зимой давал клятву, не объясняя никаких причин. Но потом сестра Кьяра, Тора, вышла за брата Кьотви, Альрика. И с тех пор Кьяра часто видели с людьми того клана. Но скоро до Кьяра дошли вести, что Альрик обижает его сестру. Он спросил Тору, и та сказала, что это правда. Тогда Кьяр позвал Альрика с собой на охоту. А когда они ушли далеко, Кьяр убил Альрика и оторвал ему руку. Вернувшись в лагерь, Кьотви спросил, где его брат. Кьяр покачал головой и протянул ему обруч на руку. «Твой брат велел отдать тебе это, Кьотви». Кьотви растерялся и взял обруч. А Кьяр дал ему следом и руку в крови. «Твой брат принес клятву самой Хель», — сказал Кьяр со смехом. Он повернулся и ушел. И больше его в тех краях не видали. «Я вам когда-нибудь рассказывал о том, как в одиночку убил целый клан, сломанной рукоятью меча?» «Много раз, Дак. Больше, чем можно сосчитать». Онор уродливый был прекрасный моряк и мог один вести драккар. Вот почему конунг Сигвальди держал его в своей дружине. Но человек это был жестокий, подозрительный и желчный. Неприятнее его я мало кого встречал на своем веку. Однажды мы позвали бондов из клана Инглингов на пир. Но когда поднесли Эль, оказалось, что его не хватит на всех. К несчастью, Эль закончился как раз тогда, когда Онор подставил свой рог. Он разразился грязной бранью и обвинил Сигвальди в предательстве. Все стали глумиться над Онором за то, что он так рассердился. Он же взъярился еще больше и выбежал вон. А чуть погодя, мы услыхали его крик. «Я воздвигаю эту жертву и шлю проклятие инглингам за бесчестие!» Мы выглянули и увидели, что Онор отрезал голову одной лошади инглингов и насадил на ореховый шест. Увидев нас всех в дверях, и бондов инглинга тоже, Онор испугался и сбежал. И много месяцев не появлялся.
Ну? Давай же. Попробуй ты, Эйвор. Идем. Встань здесь и смотри на фьорды. Давай, держись за меня. Я первый раз так высоко. Твой отец привел меня сюда, когда нам было лишь 19 зим. И мы вместе складывали каирны. Вот эти? Да. Прояви свою смекалку. Сложи из камней широкий и высокий каирн любой формы. А как выиграть? Играй, и наградой будет успокоение. Наслаждайся ветром и красотой. Я не этого ожидал.
мерзну.
Закрой, стыня. Парус поднять!
любовь вздымается, словно само древо жизни. Не стоит обещать могучий ствол, если можешь дать только прутик. Во имя Фрейи, вот опять. От твоих речей не то что прутик, и ствол рухнет. В Альрикстаде все предаются любовным утехам так громко? Нет, просто мой муж не может доставить жене радость! А, он стар? Нет, он еще молод. Раньше все было иначе. Во время набегов мы были неразлучны. Вы любились во время боя? Первый раз у нас был в горящей деревне. Потом нас заставили прекратить. Мол, это отвлекает. Любовь жарче, когда смерть близко. Вы пробовали вспоминать те времена? Да, но говорить об этом мало. Нужны ощущения, запах. Значит, на ложе вам нужно почувствовать пыл набега. Ты поможешь нам изобразить набег. И пыл увлажнит мое лоно. Идем, скорее скажем мужу. Я только... Что ж, ладно. Бери оружие, могучий викинг! Идем в набег! В набег? Сейчас? Начнем пляску крови! Напои меня пылом битвы! О, да, да! Вперед, викинги! Может, начнешь крушить все вокруг? А ты кричи погромче, как в настоящем бою! Нужен огонь, как первый раз. Сожги наш дом! Сожги его дотла! Получилось! Я тверд, как башня Хеймдаля! Тогда протарань меня, как Вальгринд, и войди в Вальгаллу. Возьми свою добычу, викинг, и присоединяйся к нам. Пусть страсть поглотит тебя. Может, в другой раз. Но от добычи не откажусь.